Ну вот, сегодня 20 апреля 2021 года. На улице относительно холодно. Здесь на балконе тоже. Вот, что я хотел сказать. Сейчас смотрю фильмы из Netflix, в том числе. Сериал такой называется, по-русски это называется «Охотник за разумом», а по-английски, если я правильно буду читать, «Mind Hunter». Наверное, так читается, не знаю, как произносится, но так вот по буквам. Вот. Суть в том, что у меня этот сериал, ну, у меня многие фильмы, создают некоторые ассоциации, некоторые корреляции с какими-то моими мыслями. И вот этот сериал, здесь говорится, здесь где-то 75-77 годы, 1900. И там американское вот это вот разведывательное управление ФБР, они, то есть какие-то их сотрудники начинают рассматривать, изучать психологию вот серийных убийц и так далее и тому подобное. И в том числе показывается, что другие сотрудники или руководство как бы совсем сначала не понимает этого. Вот, то есть как бы вот вроде бы как 70-е годы, начало того, чтобы необходимости понимания, например, логики убийц, преступников или каких-то, в общем, совсем уж диких поступков людей, за которые там наказываются там очень сильно. Вот. И до этого времени, как бы, получается, существовало только вот преступление и наказание. То есть без промежуточной «а почему?». То есть, особенно вот такие наказания, это какие-то бешеные, какие-то зверские, какие-то, не то что там, я не знаю, украл из-за голода или еще что-то, вот, а именно вот необоснованные даже часто, то есть вообще необоснованные, непонятные, вот, просто вот зверь-убийца там, я не знаю, вот, его, значит, найти, наказать, убить, там, я не знаю, расстрелять. И все. То есть единственный, то есть как бы путь понятен. Вот. Они, конечно, там, в этом фильме, они эту психологию рассматривают для того, чтобы искать. То есть для того, чтобы искать, изучают психологию, изучают логику, делают вот эти психотипы, вот, чтобы можно было каким-то образом предусмотреть или предсказать следующие шаги и так далее. Ну, это понятно. Сейчас понятно. Нам понятно. Мне сейчас, в 21 году. Может быть, чуть раньше тоже другим было понятно. Ну вот. Но мне понятно, это кажется такие, о, какой глупый ФБР тогда, значит, было в 70-х годах. Они совершенно не обращали внимания. И психология у них была вообще не как предмет. И изучение психики преступников, это вообще как, ну, даже не касалось. Преступник есть, его поймали и арестовали, и посадили. И наказали. Вот. И другого как бы не существовало. Вот. Дальше идет, что психология для того, чтобы поймать. А следующий шаг – психология для того, чтобы предупредить. Вот. И вот тут начинается самое интересное, то есть корреляция с моими мыслями. То есть такое отзеркаливание к тому, что да, конечно, если вору отрубить руку, то, наверное, другой воровать не будет. Но это не решение. Вот. Или там клеймо на лоб разбойнику. Но логика разбойника при этом никого не интересует. Важно, что если он пойман, то клеймо ему на лоб, и все видят, что он разбойник. И тогда другим будет неповадно. Вот. Но это несколько другой совсем очень-очень-очень такой доисторический уровень юридической системы государства или юридической системы наказания, вот, чем теперь это существует в нормальных государствах. И сейчас вроде бы как понятно, да, вот, надо изучать, надо смотреть, а почему люди вот это делают, и почему там в одних местах или в одной ситуации как бы это происходит с этим человеком, в другой ситуации, в других местах этого не происходит с этим же человеком. Могло бы не произойти. Или могло бы произойти. Или, например, а каждый ли может?
или каждый не может? А где границы? Где какие эти самые? То есть, а где границы, где кончаются те границы у каждого человека? То есть меня тоже всегда как бы интересовало, а вот где границы, где мои границы? Вот когда я начну воровать, а когда я пойду грабить, там, значит, то есть какие условия мне надо поставить? То есть, наверное, любого человека можно поставить, ну, то есть не хозяин, любого человека можно поставить любые условия, когда он перейдет любую границу. Это понятно. То есть здесь как бы нет границ. Но эти условия, эти жизненные условия плюс психологическая как бы вот эта легкость перехода или сложность перехода и составляет, получается, вот эту сцепку, да, человек вот такой. И, например, если жизнь хорошая, там, вольготная, удобная, красивая, там, и так далее, то очень мало людей там пойдут, там, скажем, там, воровать и грабить. То есть смысла нет. Не то, что смысла нет, а вообще, то есть, зачем очень малый какой-то процент, то есть действительно каких-то людей особых, которые, может быть, и психические отклонения, психологические отклонения, или еще что-то, или там личная жизнь, или еще что-то, то есть, которые не зависят от общественной жизни, но вот их условия создали, но это будет небольшой процент, или очень небольшое количество людей. А если жизнь тяжелая, там еще что-то, именно социальные условия еще этому способствуют, наверное, большее количество людей, как говорится, будут подвержены вот этому переходу в как сказать, в разбойники. Вот. Но самое интересное, что меня, конечно, заинтересовали еще вещи, вот эти психологические игры и тесты, которые проводились и в Америке, в основном в Америке, конечно, в Соединенных Штатах, особенно после Второй мировой войны, именно в связи с тем, что, а как же нормальные люди, причем в большинстве своем нормальные, и цивилизованные, и образованные, дошли до вот этой ситуации ситуации в Германии, нацистской Германии. И как, и кто же были люди, кто же были эти эсэсовцы, кто же были эти, те, которые работали в концлагерях, и так далее. Они же были людьми, а до этого они были вообще нормальными людьми. Вот. И почему так происходит? Вот. И сюда же можно вот эту Ханну Арендт подключить, именно психология преступления, преступления таких преступлений, которые ни в какие рамки не укладываются. То есть ни в какую психологию их завести, кажется, невозможно. Но если условно тот преступник, он же себя считает тоже правым, так почему он себя считает правым, когда вот уже 99,9,9 в периоде там, процентов людей вокруг него считают его неправым? Это уже не говоря о групповых этих самых влияниях, то, что касается именно нацистской Германии, когда большинство становилось, когда большинство это даже проще, то есть когда все вокруг так, то легче и одному единственному, который считает это не так, но все равно будет делать так. Вот. Вот такие вещи меня достаточно интересуют в связи с этим сериалом, такие вот навеяло эти мнения. Вот так. Ах, ну да. Не только это, а меня это еще интересует потому, что как бы, когда я задаюсь вопросом, почему вот всегда то, что касается вопросов Холокоста и все, что происходило вот, и против евреев, и против вообще всего, то есть во Второй мировой войне, то есть я всегда думаю, ну можно же еще... Пока еще живы люди-то, живы, вот они еще есть. Даже сейчас еще есть. А чуть раньше их было больше. Так им задать вопрос, конкретный и прямой. Почему? Они-то знают. Вот. Обычно такие, как скажем, дискуссии считаются
буквально нецензурными. То есть даже вопрос о поднятии такой дискуссии является нецензурным. Хотя именно с точки зрения вот тех работников ФБР 70-х годов, на которых мы сейчас смотрим, я сейчас смотрю, и как бы мне как бы удивительно и смешно, какие они были недалекие, так это мы же сейчас такие же. Сейчас же можно, то есть они-то говорили с серийными убийцами, с насильниками и так далее. А им говорят, зачем вы ходите, зачем вы с ними ходите, зачем вы с ним беседуете, что вы хотите выяснить, их надо сажать на электрический стул, и все, этого достаточно. Что там выяснять? Ведь сейчас же такая же ситуация, ну не сейчас, но просто я встречаюсь с такой же ситуацией, то есть закрыл глаза и уши, и все. Да, преступление, страшное преступление. Раз преступление, все, всех стрелять, наказать, и все, без выяснения обстоятельств, без выяснения почему. Вот это вот мне непонятно, почему это кажется, что, вот я говорю, буквально это самое, каким-то антисемизмом какой-то. Если можно говорить, давайте с одной стороны поставим одного человека, с другой другого, давайте сделаем дискуссию, давайте посмотрим. А что тот скажет? Они же не все деменции, не такие уж старые. В недавнем прошлом было еще как бы, ситуация была более разрешимой. Сейчас уже, наверное, очень мало таких людей. Ну, вот, получается, надо только вот Грасса читать, воспоминания какие-то читать и уже реконструировать ситуацию по источникам. Уже живых свидетелей уже очень мало осталось и с той, и с другой стороны.